Очень интересный ассортимент водки в магазинах Курган-Тюбе. Водка советская, СССР. Водка андроповская. Все таджикские, худжанские, кушамбинские. Водка путинка, но производство Таджикистана. Водка вайбер. Это же надо такое придумать. Ну, спуджанский, это вот одна классика. Водка... Водка «Одноклассники». Интересно, заводы в Худжанда ликероводочные платили авторские права или просто ради этикетки? Водка просто казенка. Но больше всего внимания привлекла водка «Русский лед» с изображением Сильвестра Сталлоне и подписью внизу «Бабушка Сильвестра, прабабушка Сильвестра Сталлоне родилась в России». Так как водка произведена в Таджикистане, то это простительно, потому что на самом деле прабабушка Сильвестра Сталлоне родилась в Одессе, потом эмигрировала в Италию, и 2 года назад он приезжал в Украину и несколько дней находился в Одессе, своей, можно сказать, исторической родине. Еще одна оригинальная водка называется «Андроповская». Подпись «Возвращение в прошлое». Знаете, путешествуя по бывшим странам Советского Союза, по республикам СНГ, удивляешься, насколько большинство людей просто невероятная тяга назад в прошлое, в Советский Союз, так, что даже начальника, очень такого грозного начальника КГБ Советского Союза, разместить на изображении водки. Наверное, мужчины старшего возраста, когда будут пить эту водку, будут с наслаждением вспоминать, что наконец-то они могут свободно разговаривать на любые темы, не то, что в начале 80-х. Походу, в Таджикистане в рекламных целях вообще не заморачиваются с авторскими правами. Вот еще, кроме водки, у них есть вафли «Маша и Медведь», производство Таджикистана.